Всем добрый день. Получили сухой паёк очередной. Это уже третий по счету от школы на ребенка, на школьника. Ну, вот такой пакетик. Сейчас вместе посмотрим, что же на этот раз дали школьникам. А да, сегодня у нас 14 мая. Так. Молоко сгущенное. Ага, Рогачев. На этот раз хорошее молоко. Первый паёк был, там молоко было с заменителем молочным. В общем, нехорошее. На этот раз вот хорошее молоко. Так. Сок яблочный. 200 миллилитров коробочка. Крекер Яшкино с сыром. Пакет гречки. Так. 800-граммовый пакетик гречки. Спагетти. Хороший спагетти, 400 грамм. И килограмм сахара. Ну вот. Все, больше в пакетике ничего нет. Скромненько, но хорошо. Неплохой паёк. Поскромнее, чем в прошлый раз. Но продукты хорошие. Спасибо.